Созданы максимально оперативно, а в их состав включены, по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Прежде всего, кратно, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур. Мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска. Устройства, использующие различные операционные системы. Обозначу еще. Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались средства массовой информации, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти. Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний. Нужно разработать и внедрить для этого свое технологическое оборудование, в том числе киберагрессия против нас, как и в целом, санкционный наскок на Россию провалились. В целом мы были готовы к этой атаке. И это результат той системной работы, которая велась все последние годы. Наши специалисты серьезно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи. И, повторю, многое удалось сделать. В том числе создать собственные уникальные технологии, отраслевой и региональной специфики.